В областном историко-краеведческом музее прошла презентация книги, посвященная 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. Книга называется «Прошедшая Афган-3». В ней собраны очерки и воспоминания о войне. Всего издано 200 экземпляров. Организаторами презентации книги выступили Общественный фонд «Боевое братство» совместно с областным мемориальным музеем Героя Советского Союза Али Молдагуловой.